Здравствуйте. При включении компьютера вместе с программой Windows в автоматическом режиме запускается без нашего разрешения некоторые программы. Компьютер при запуске этих программ немножко начинает подвисать или, так сказать, тормозить. Есть выход с этого положения. Итак, приступаем. Открываем панель управления. А у кого не стоит она на рабочем столе, то смотрим видео, как добавить значки на рабочий стол по ссылке вверху. Нажимаем на вкладку «Администрирование», «Конфигурация системы», «Автозагрузка». Нажимаем «Открыть диспетчер задач». И здесь отключаем все ненужные программы, которые не должны запускаться вместе с Windows. Еще необходимо отключить все ненужные службы, которые при запуске компьютера запускаются вместе с Windows. Нажимаем на вкладку «Службы». И в этом окошке проставляем галочку «Не отображать службы Microsoft». И снимаем галочки напротив тех служб, которые не должны запускаться вместе с программой Windows. Применить. ОК. Нажимаем перезагрузка. И после перезагрузки компьютера все ненужные программы и службы больше не будут запускаться при включении компьютера. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то не забудем подписаться на мой канал «Все своими руками 36». До свидания.